15 мая нам нужно будет повторить каждогодичную прививку для нашей собаки, для нашей овчарки, для нашей Линды, для нашего друга, семьи и детей. Лучшего способа я не придумал, как записать видео и поставить публикацию 15 мая 2016 года. Когда появится это видео, оно мне напомнит, что в это нужно срочно повторить каждую ежегодную прививку для вашей собаки. Не забывайте, хозяева, о своих четвероногих друзьях. Помните, что если собака попадет в трудную ситуацию, вряд ли вы будете ради нее рисковать своей жизнью. Но помните, что если вы попадете в трудную ситуацию, собака, не задумываясь, отдаст за вас жизнь. Эта прививка может стоить собачке ее здоровья, ее жизни. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ее дружественная душа не побежала по радуге. Сходите, купите прививку и обязательно обезопасьте ее от тех болезней, которые могут на нее ожидать во внешнем мире. Желаю всем всего самого наилучшего.